Вот я решил снять для вас, дорогие мои подписчики, вот такой проход баржи. Это контейнеровоз, видите? Просто для того, чтобы вы понимали, какие у нас... Вот написано у него на борту Гент. Это вот город такой вот, который вот у нас дальше по каналу можно дойти до... Ну, тут только я снял вот такую вот баржу, контейнеровоз. Как увидел, за ним мчится вот такая небольшая баржа. Вот она. Я увеличу, чтобы вы рассмотрели эту баржу. Вот, смотрите, как она мчится за ней, за этим большим контейнеровозом, проходя мимо великолепных старинных зданий города. Вот. Вот она, рассекая волны. Смотрите, полностью груженная, идет за ним вперед и вперед. Видите, какая маленькая баржа, она помещается. То есть мы видим, стремительно идет вперед. Вот, а там дальше вон припарковались у нас, мы видим вот такие прекрасные два белых катера, яхты. Вот. Всем хорошего настроения. Сегодня у нас уже вот такая вот погода. Ну, я вам скажу, 12 градусов тепла. Вот такая вот история. Всем удачи во всем. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки. Всем отвечу взаимно. Пока-пока. А вот там вдалеке, видите, наш там собор этот наш, Нотр-Дам. Пока-пока.